себя настолько... Сколько лет, да? Настолько, насколько себя чувствую. Ну, я чувствую где-то лет, там, 29. Это благодаря нашей компании, нашему замечательному продукту здоровья. И косметики тоже. Ну и вообще всей линейке, всему ассортименту нашей компании благодарю руководство компании и всех-всех, чуть не сказал, дистрибьюторов, консультантов. Спасибо. Уважаемые коллеги, я рада всех приветствовать вас. Сегодня у нас с вами совершенно необычный день. Я бы сказала, день, как мы делились в перерыве с моими коллегами, что это день, который перевернет всю нашу жизнь. Посмотрите, как в очередной раз компания «Фаберлик» четко, метко заметила. Пришло наше время, коллеги. Пришло оно. Наше время, Фаберлик, время новых людей. Время нового сообщества людей. Потому что наши с вами MLM, сети, да, сети, они представляют себе сообщество будущего. Сообщество людей, связанных между собой единой целью, ценностями. Сообщество, которое взаимной поддержки. И давайте уже сравнивать наших коллег по цеху, другие компании. Не по тем пресловутым единицам. Маркетинг-план, там продукт. Да, знаем, продукт замечательный, все. Давайте говорить о том, что компания «Фаберлик» — это компания новых людей, компания настоящих людей, которые учат этот мир, обезумевший. Со своим потреблением безумным мы, нам консультанты профессиональные, учим разумному. Мы учим людей жить действительно по-человечески. Давайте это будем нести в мир. Время смыслов высоких пришло, и компанию эти смыслы никогда не оставляли. И сегодня, в этот прекрасный праздник, мы получили с вами совершенно замечательные инструменты. Посмотрите, каждая презентация пронизана любовью. Да? И все наши производители, наших дивизионов, мы с вами в первую очередь любовь к людям несем. Давайте в этом будем равняться и сравниваться с другими людьми. Таких, как мы, нету больше. Да? Давайте включать людей из самых настоящих добрых жителей. И действительно, компания «Фаберлик» — это компания мира, благополучия, доброты и так далее. Время наше пришло. Давайте по-новому. Поистине благословен тот день, когда
свет появился удивительный человек, наш дорогой Алексей Нечаев. Поистине благословен тот день, когда родилась наша компания. И сегодняшний день тоже благословен. Знаете, мы счастливы каждую минуту, наверное, да? Не просто каждый день, каждый месяц, каждый час, каждую минуту. Мы безмерно с моим супругом Петром благодарны компании «Фаберлик» за все то, что мы имеем. Я постоянно говорю об этом. Я каждый божий день действительно молюсь за стабильность, за счастье, за благополучие, за успех нашей компании. Будьте счастливы, будьте благословенны каждый день, каждую минуту, где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались. Давайте будем счастливы все вместе.